Да, догнал ее, конечно, Рената Фас, но все равно попытка была. Еще одна хорошая передача, и все-таки здесь уже шайба в воротах. 1-0 сборная. Да, да, да. Один из самых знаменитых миллионеров в истории Ярославской области, наверное. 10:45 до конца первого периода. Канадки впереди 3-0. И вот как раз после первого гола у них прямо игра пошла еще ярче. Да, они, в принципе, и до этого забивали. Но и здесь забивают снова 4. Вот, наверное, она-то в матче против российской сборной, ну, тоже была заметна. У нее было много борьбы. От нее даже местами там чуть ли не отлетали российские хоккеистки. И вот здесь неплохой весьма силовой прием удается Штефани Ветце его провести. Один из защитников сборной Швейцарии. Передача на синюю линию. Классная кота. Ой, второй, наверное, за этот матч. Такое еще было в первом периоде. Стальдер вместе с Ариной Мюллер, конечно, покатили вперед. Мюллер открывается. Классный момент. Мюллер бросок в дальний угол и шайба в воротах. 2-5 швейцарки забивают.